оголенные проводами электропередачи, изолированы друг от друга воздушным промежутком. Атомы и молекулы газа в обычном состоянии нейтральные незаряженные частицы. Соберем цепь с воздушным промежутком, источником высоковольтного напряжения и микроамперметром с усилителем. Тока в цепи нет. Через воздушный промежуток электрический ток в обычных условиях не проходит. Несем горящую спиртовку. Воздух стал проводником электрического тока. Такое же действие оказывает излучение радиоактивного препарата. Почему изменились электрические свойства газовой среды? In the microwave background in different directions. These have been observed and agree with predictions. The thermal emission from black holes is important because it shows that black holes have intrinsic entropy and it shows that there is a deep connection between gravity and the can you hear me? I'm gonna go to the bathroom.
электроизлучения, атом теряет электрон и превращается в положительный ион. Атом, присоединив электрон, становится отрицательным ионом. Происходит процесс ионизации. Образовавшиеся ионы и электроны обуславливают электропроводность газа. При столкновении положительных ионов с электронами и отрицательными ионами вновь образуются нейтральные атомы. Происходит процесс рекомбинации. Oh,
Объяснил закономерности спектра абсолютно черного тела, основываясь на представлении об индуцированном излучении. Обычно при прохождении света через жидкость или твердое тело интенсивность луча бывает во всем диапазоне длин волн. В отличие от этого, пары натрия выборочно поглощают свет в желтой части спектра.
свет и тепло. Мы привыкли к тому, что они неразрывно связаны. И все-таки окружающий нас мир полон холодного света. Явление холодного свечения веществ назвали люминесценцией. Возбудить люминесценцию можно различными способами. Например, в результате механического воздействия на кристаллы азотно-кислого урана. Она возникает при химических реакциях, особенно окислительных. Удары электронов об экран, покрытый люминесцентным веществом, тоже вызывают это явление. В газах и парах люминесценция возникает в результате взаимодействия быстрых электронов с атомами и ионами газа. Thank you.
Молекула воды состоит из атомов водорода и кислорода. Простые вещества образуются из однородных атомов. У разных веществ молекулы имеют различное строение. Свойство вещества зависит как от рода и числа составляющих его атомов, так и от характера связи между ними. Сравните, например, структуры молекул метана, углекислого газа, бензола. Различия очевидны. Однако в дальнейшем будем изображать их в виде шаров. Молекулы очень малы.
чудесный день кажется чистым. Но с помощью несложного прибора, спора ловушки, стекла которой покрыты тонким слоем вазелина, убеждаешься, что это не так. За несколько часов спора ловушка улавливает тысячи спор, носящихся в воздухе. Среди них много спор грибов, опасных паразитов растений. Внешние признаки грибных заболеваний разнообразны. Это пустулы, пятнистость, налеты, некрозы.
известно около 10 тысяч паразитных грибов, и все их по способу питания можно разделить на две группы – некротрофы и биотрофы. Некротрофы питаются уже отмершими тканями растений, поэтому, попав на здоровую ткань, они сначала убивают ее с помощью токсических веществ, а затем заселяют.
из нейтронов, положительно заряженных протонов и нейтронов, не обладающих электрическим зарядом. Важная особенность ядра – его устойчивость. We'll be right back.
как вселенский бич, хотя уже тогда появились примеры мрачного предвидения. Так Лев Толстой дал классический пример разрушительного действия наркотиков. Мало кто из современников обращал внимание на то, что героиня его романа Анна Каренина принимала опиаты. Что с ней стало, об этом мы помним со школы. Она не смогла справиться с депрессией и бросилась под поезд. Позже критики и последователи Толстого оценили поступок Карениной как акт нонконформизма, напрочь забыв о наркотиках.
2001 год. Выдали Милошевича, дети сошли с ума от Гарри Поттера, подняли Курск, движение антиглобалистов, суд над Радуевым, теракты 11 сентября, Бен Ладен, антракс, контртеррористическая война, 13% налог, болгарский царь Симеон выиграл выборы, эпидемия ящура, всеобщая мода на самокаты и у нас. Да-да-да-да-мяу. Да-да-да-мяу.
如何呢？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 如何
This is English USA on VOA. Now, lesson 3. В эфире третий урок из серии «Так говорят в Америке». Наш курс English USA «Так говорят в Америке» предназначен для начинающих. Эти уроки английского языка помогут вам понимать простые слова и выражения, употребляемые ежедневно в разных ситуациях. Thank you.
Вашему следу пущены лучшие агенты полиции межпланетного картеля BA. Вам было все равно, куда лететь. На Альдебаран или какую другую планету. Главное для вас было смыться. Да, князь, я изменил направление. Теперь мы летим не на Альдебаран, а на Мортис. Но, тем не менее, фортуна вам улыбнулась. Я все-таки помог вам унести ноги. И на борту курить запрещается. Кислород здесь дороже бриллиантов.